Строим завод в Майнкрафте. Завод редких предметов Майнкрафт. Строим завод редких предметов. Именно вот таких редких предметов мы сегодня строим завод. Смотрите, можно скрафтить теперь голову, можно скрафтить теперь эндер-голову, можно скрафтить эндер-портал, можно скрафтить колокольчик, можно скрафтить любые яйца мобов и такие предметы, которые не крафтятся в Майнкрафте. И мы в честь этого завода будем строить в честь этих предметов. И этот мод я оставлю по ссылочке в описании тоже. А мы будем строить теперь завод. Вернусь, когда построю завод. Теперь нам осталось сделать для этого завода крышу. Я построил крышу завода. Дверь. И пошли стекло ставить. Стекла будем ставить вот здесь давай-ка. Вот здесь стекло давай-ка поставим. Такое будет ширина стекла на 3 блока. Теперь давай вставлять окна давай-ка вставлять. Кстати, стекла лаймовые будут на сегодня. Лаймовые стекла называются лаймовые стекла, лаймовый цвет. Так, ну оно ж стекла же делались не из лайма. Не смешно, конечно. Ладно, давай-ка дальше делать. Ну, планы на сегодня. А завод, знаете, будем из чего делать? Тогда давай-ка возьмем все препараты для завода. Это печь, печка, камнерез, сундук, бочка, светящийся что-то. Дальше давай-ка блоки положим ненужные вот сюда тогда, вот. Которые мы уже не будем пользоваться. Но для следующего завода их, может, и оставим даже. Только для следующего завода. И что у нас здесь вообще есть? Скоро будет ночь. Ладно. Давай-ка, где у нас здесь находится верстак? Вот он, верстак у нас дальше. Дальше нам нужно взять, знаете, что? Все цвета тогда. Око энтера нужно взять. И порох нужен был. Уголь, да. Или что нам нужно? Око энтер. Давай-ка все возьмем просто вообще-то. Так, давай-ка доски возьмем, чтобы вам показать еще редкие предметы. Дальше давай-ка вот это возьмем, шерсть возьмем. Дальше порох возьмем. Камень. Это. Кстати, почему у меня... я это же полчаса выбивал. Ой, ошибочка. О, кстати, меч. У нас есть алмазный. Кстати, у нас два алмазных. Один меч из алмаза многовых, алмаза просто алмазных. Дальше нам нужно поставить верстаки аккуратно, красиво прям. Давай-ка возьмем все верстаки тогда. Поставим где-то вот здесь, давай. Так, давай-ка присядем на шип, чтобы нас эти верстаки не нажимать. Кстати, эти в Майнкрафте предметы не крафтятся, если вы знали. Сейчас я вам кое-что покажу. Все, я поставил верстаки дальше. Заходим сюда, сюда. Так, ракеты, это вообще другой завод был, про другой. Так, вы можете с завода посмотреть в плейлисте, но там не все заводы. Кстати, можно песок скрафтить, это вообще Майнкрафт крафты, которые не существуют. Так, это я вам... Вот бедрок можно скрафтить, нам нужен обсидиан, да? Обсидиан можно скрафтить вот так. А обсидиан можно скрафтить плачущий вот так, понятно. Все, ничего не понятно. Кстати, а это что, можно... Песок душ как-то дорого стоит. Ну, кстати, спамнер можно скрафтить... Я не буду вам больше. Ну, что я вам хотел от вас хотел? Можно скрафтить голову сначала. И потом можно скрафтить голову зомби, голову крипера. Например, вот. Я скрафтил голову крипера. Голова вот крафтится вот так. Еще вот так крафтится вот это из кремня. А у меня кремния нету вообще. Ну, ладно, мы сегодня пластинки все равно не будем крафтить. Как же можно обозначить эти голова крипера? Вообще не понимаю. Как можно красиво это все обозначить? Вообще, можно сделать это красиво, все хочется обозначить. Вот. Дальше. Зомби-голова. Давай-ка будет здесь, вот. Ну, вообще красотень получается. Или не красотень. Нам нужно вообще здесь свет поставить в этой комнате. А тут так темно здесь, вообще не весело даже.
Можно, чтобы здесь было темно. Не всегда было темно, чтобы здесь мобы не спамнились. Ночью никогда не спамнились. Нужно нам здесь сделать свет бесконечный. Бесконечный свет сделать. Бесконечно всегда будет здесь все светиться. Всегда будет бесконечно все светиться здесь. Я вам правду говорю. Можно по углам даже сделать вот эти светильники. А по углам можно поставить бочки, вот, например. Чтобы туда складывать редкие предметы и потом продавать. Кстати, продажи таких редких предметов в Майнкрафте сейчас нету, потому что нету игроков и вообще не сервер. Это обычный мир. Дальше можно поставить печки для приплавки редких предметов. Кстати, редкие предметы же не плавятся. Но другие предметы, которые... У меня 3 сердечка. Как круто. А здесь у нас происходит война. Но я ее побежу. Что, что, что? Ай-яй-яй, у меня сердечек нет. Сердечек нету. О, дерево какое-то выросло. Кстати, как оно здесь не... За мной не бежит? Фух, не бежит. Так, ладно, давай-ка мы предметы возьмем. Те, которые вам хотел. Изумрудный блок. Конечно же, возьмем. Кстати, не удивляйтесь, где я это все нашел, но нашел. По пустыне, да. По пустыне. Какой-то я бред сейчас нес. Ну ладно, какая разница. По пустыне мы летим, мы летим, мы по пустыне, мы летим, мы летим. Не, ну здесь очень много редких предметов. Ну, кстати, я раздобыл те предметы, которые вам не, сказал, не хватает, да? А теперь хватает. Смотрите, какие теперь предметы взял очень крутые. Можно теперь делать интро красивое для ролика. Как раз мы этим и изомнёмся. Первое, для занятий нам нужно осветить опять эту территорию. Кстати, чтобы было очень светло. Но я не могу без света здесь быть. Я вам реально говорю, без света это, ну, как бы неприятно, как бы, не весело. Ладно, где у нас верстаки вообще находятся? Я уже забыла. А, вот они, а где вообще верстаки? Где будем делать редкие предметы? Либо руками своими будем делать редкие предметы, которые можно сделать своими руками бесплатно. Реклама. Ладно, не могу делать монтажи, потому что памяти нету. Ой, что мы вообще говорим о другом? Мы вообще о другом говорили. Ну ладно, как бы говорится. Кстати, я обсидиан скрафтил. Где? Вот, смотрите, что я скрафтил. Конирую породу. Смотрите, что я скрафтил без вас. Пока не, никого. Кстати, кожа нужна и драконья голова. У меня кожи нету. А драконью голову не можем скрафтить. Придется добывать. Ах, я нашел этот. Это ей. То есть, этот кожу нашел. Да, я эту кожу уже нашел. Доказательство, что я нашел кожу. А, я же. Это моё первый голова дракона. Ну чё, давай нажмём. Раз, два, три. Пока яйцо. Ой, всё, я уже потратила. А, кстати, яйцо можно скрафтить? Ну, я же здесь... Можно скрафтить. Да, можно скрафтить. И зачем мне яйцо дракона погубил? Если можно было из этого легкотеть... Кстати, вот звезда мира нижнего меня больше всего не радует. И, кстати, можно эту красотешку влепить прямо... Здесь. Как-то некрасиво выглядит. Вы согласны? Можно, знаете, куда ставить эту? Вот сюда можно ставить. Вообще красотень, да? Согласны? Дальше что можно скрафтить? Так, голова дракона много. Можно вот голова этих зомби можно вот сюда положить. То есть скрафтить, хотел сказать. Редкие предметы еще у нас считается, что это. Вот это. Вот сюда можно Вардена не призовем. А, здесь нету Вардена такой версии. Ну ладно. А если мод добавлю? А, мода тоже нету. В общем, я лучше с ума сейчас сошел, да? Вы говорите, а я нет, хочу вам сказать. Можно еще даже скрафтить ель даже. Саженец сосны можно даже скрафтить. Можно вот сюда поставить саженец. Сосны можно скрафтить. Да, можно скрафтить из сосны. Ой, саженц. Сосны. Вот можно сделать вот так дальше, кстати. Вот так и... Опа! Вообще красотень. Кстати, этот бедрок мы никогда не сломаем.
Ай, жалко, жалко. Это мы никогда не сломаем выживание. Все это навсегда теперь станет. Это я вам говорю правда. Навсегда теперь. Да, навсегда. Вот представьте, поставили бедрок, все. Как сказать вам? Смиритесь с тем, что так будет. Что так будет, да. Смиритесь с тем. А я пока буду лазить здесь вместе с вами. Вообще хотели скрафтить. Мы будем просто вместе шикать просто. Так. Давай-ка покрафтим палки. Так, давай-ка дальше. Внимательно смотреть, что у нас что есть. Я просто шумлю вам сейчас, наверное, в микрофон. Микрофон, то есть микрофон! Заорал еще здесь микрофоном. Чтобы было все хорошо и отлично. А как скрафтить это? Блин, зачем я скрафтил? Вообще нажал сюда. Сколько этих предметов ненужных. Ничего нету просто из-за этого. У меня только один мусор. Я еще ничего не могу скрафтить. Это заметка, это красотень. Теперь этот бедрок мы никогда не сломаем. Жалко, что я так сделал вообще. А можно сломать бедрок, реально? Может, моды скачаю на сломан? Вот что я думаю. Подскажите, есть моды, чтобы сломать бедрок? Если не будет, я не знаю, что сделаю. Но я могу, знаю, что есть моды. Может, есть в Майнкрафте такой интеллект, что можно крафтить бедрок, сломать. Так, я пойду еще добуду некоторые ресурсы до своего завода, то есть до своего. Налет. Осталось два моба. Скажите, почему второй уровень налета сделан без меня? Кто налет вообще убил? А еще-то герой деревни, это я буду. Может, этот ролик не до темы, что мы деремся с мобами и Майнкрафт строим, но все равно. Осталось налет следующий уровень. Пошли. Ой, два... Ты как на меня напугала. Чего вы здесь спавнитесь, если я вам не разрешаю здесь спавниться? Вот бедрок, он лучше поаккуратнее быть. Ой, ну можно бедрок даже ставить. Надеюсь, я никуда не нажму. Надеюсь, за меня, что я не промажу назад. То есть нажать, а не назад. Нажать нечаянно куда-то. Вот, класс. Теперь можно сделать даже... даже рамку можно сделать, портал. Молодец, парень. Молодец. Это я не про себя, это я про тебя. Кстати, что я вообще пел? Ладно, ладно, ладно. Вот мы сделали портал, да? Теперь нам осталось сделать это... около эндера. Да. А что такое у нас случилось? Ой. А дайте мне календарь, пожалуйста. Спасибо. А реально, почему у меня вообще ничего не сделалось, а? Ну ладно, давай-ка мы этот ролик заканчиваем с хорошей ноты. А мы сегодня сделали заводик о Майнкрафте, хардкорс. Кстати, можно... Я потратил одну рамку, которая, знаете, как делается? А, ну... Все равно трудно. Рамка делается. Что, как будто легко. Да, легко. А для меня это как 1000 лет прошло. Можно даже софотошопить вам. Ну, вы уже это знаете, наверное, никто. Вот, софотошопить. Майнкрафт строим редких предметов. Прям софотошопить. Прям добавить те предметы, которые вообще нереально в Майнкрафте добыть вообще. Просто нереально, который добыть. Просто можно вообще такое добавить. О-о-о! Вообще редкий самый. А теперь нам нужно сделать красивую интрошку. А для красивой интрошки нам нужно переодеться. А дальше... дождь закончился, чтобы... Кстати, почему я двери не могу сделать? Это у меня один вопрос к вам. Кстати, это должен мне вопрос задать вы. Зачем я, почему я не могу сделать? Ну, это вообще другой вопрос.
Вообще, не другой вопрос. Давай-ка все предметы сложим нужные, которые... А потом я пойду поиграю в Майнкрафт по-настоящему. Побежу рейд. То есть побегу, побежу, победу, побежу, поролу. Побежу, победу, покоту. Ладно, хватит уже баловаться. Давай-ка все положим тогда. Так, все положили тогда. Ага, ага, все, мы всю броню сняли. А на это всем пока-пока. И мы сегодня строили завод в Майнкрафте. Ссылочка в описании на этот бот крафт редких предметов и много всяких редких предметов крафт, если вы очень сильно хотите. Ссылочки в описании, скачивайте и радуйтесь, что у вас есть редкие предметы в Майнкрафте, их у вас. Кстати, нужно включить вам экспериментальный режим, чтобы все это работало. А на это всем пока-пока-пока, до новых встреч.